Всем огромнейший привет, мои дорогие зрители. Я очень рада поприветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет с вами заказ Faberlic по 19 каталогу. Это последний каталог уходящего 2017 года. И сейчас будем вместе с вами вскрывать этот заказик, потому что вот буквально пару минут назад муж завез мне этот заказ, и со старшим сыном они уехали за елкой. В общем-то, у меня такое отличное просто настроение. Сегодня солнечная погода. Года. Младшенький благополучно спит, и я надеюсь, что успею заснять для вас этот ролик. Итак, я, конечно же, хочу всех вас поздравить еще раз с наступающим 2018 годом. Хочу пожелать вам, конечно же, исполнения желаний. Пусть они даже будут у вас немного такими сумбурными, немного нереалистичными, но пускай они исполнятся. Хочу пожелать вам бесконечного женского счастья, женского здоровья и, наверное, любви такой, знаете, чтобы в ней просто утонуть и не выплывать на поверхность. Итак, я так проанализировала, и когда я делала в очередной раз заказ по каталогу Faberlic, в личном кабинете я отметила, что я в этом году делала заказы прям каждый каталог. И это уже такой весомый для меня факт, и я очень рада, что на протяжении всего года я оставалась с компанией Faberlic, несмотря на то, что Faberlic мне не перечислил деньги, несмотря на то, что заказываю все я сама, заказывают мои родственницы, друзья. В общем-то, мне нравится компания Faberlic, мне нравится их многое, декоративная косметика, уход, бытовая химия. В общем-то, я говорю вам об этом уже в каждом ролике. В общем-то, я надеюсь, что следующий год я тоже буду с компанией Faberlic. Итак, давайте приступим уже к посылочке. Вот так вот она выглядит. И если этот ролик будет так периодически засвечиваться, то особо не судите строго, потому что солнышко, вот еще раз повторяю, оно сегодня просто сошло с ума, и у меня сегодня тоже прическа такая необычная. Дело в том, что я понимаю, что волос я потеряла очень много с послеродовым периодом, и пытаюсь как-то сделать какой-то объем, но вот впервые в жизни сегодня воспользовалась пенкой для укладки, вот для такого вот эффекта, да, ну, мне кажется, нормально получилось, кстати говоря. Итак, давайте уже все. Я, наверное, сегодня буду говорить очень много лишнего, очень много ненужного. Будет много воды в моем стиле, да. А все потому, что я хочу быть сегодня максимально раскрепощенной. И хочу в этом ролике просто отдохнуть. Я не хочу работать в этом ролике. Итак, упаковочка этого заказа мне очень понравилась. Она с надписью Faberlic by Valentin Yudashkin. Это праздничная упаковка. И, насколько я помню, подобная упаковка, только розовые шли нам весной, то есть когда была такая женская коллекция тоже от какого-то дизайнера, по-моему, от Ахмадулиной, ну не в этом суть. В общем, упаковка мне понравилась. Итак, давайте посмотрим вместе с вами, что мне тут положили, что недоположили. Что-то Faberlic в последнее время грешит тем, что то кондиционера нет в посылке, то чего-то еще нет в посылке. Чек. Этот чек у меня на 2373 рубля, и я до последнего, вот честно, по чесноку, так скажем, да, думала, ну делать мне заказ по 19 каталогу, либо его не делать, вроде бы все есть, вроде бы клиентки особо ничего не хотят заказывать, но я попала в последний вагон уходящего поезда, и заказ сформировался, и он был таким небольшим. Что было в каталоге номер 1 2018 года, и он, кстати, действует 21 день с 1 января по 21 января, он такой красочный, как всегда, он, как всегда, толстый. В нем обалденные скидки, хотя я его не просматривала, но я смотрела по интернету этот каталог. Что касается акций, всегда акцентирую внимание на акциях. Девочки, если вы впервые зарегистрируетесь в компании Faberlic по ссылочке, которая находится под этим роликом, то есть вы вступаете в мою команду и сделаете по этому заказу, по этому каталогу заказ на 1300 рублей, то есть в ценах каталогов, то во втором каталоге 2018 года, если вы будете заказывать посылочку на 1000 рублей и более, то вы получите подарок. Это вот такие вот парфюмерные водички. Мне кажется, отличное просто предложение. Итак, что же было на этот раз в моем заказе? Вот такая вот туалетная водичка мужская, которая называется L'Estet. Объем у нее 75, по-моему, миллилитров. Довольно-таки большой объем, либо 50 уже, не могу сказать, какой тут объем.
Почему я все время ищу объемы? Скажите, это кого-то интересует или нет? Но я очень такой скрупулезный, очень пунктуальный человек, и мне нужны вот эти вот тонкости, вот эти нюансы, вот эти факты. Такая водичка была у моего мужа. Я ему беру периодически такую воду. Артикл у этой водички 3208. Заказала клиентка. Я в каждом ролике говорю и не скрываю, что я не люблю парфюмы Faberlic, но мужу я беру, потому что у него расход очень большой, он каждый день прям обильно так душится в офис, но знаете, как мужики любят душиться с ног до головы. Этот парфюм, он в принципе неплохой, он носибельный, поэтому обратите внимание, открывать его, конечно же, не буду. Шла акция на этот парфюмчик. Следующее, что я заказала, это вот такое новогоднее мыло. Я заказала 3 таких мыльца разных, по-моему. Фигурное туалетное мыло «Зимняя сказка». Я наслышана отличных отзывов на это мыльце, что оно красивое, что оно невероятно приятно пахнет, поэтому хочется верить и буду, наверное, вкладывать в новогодние подарки как приятное дополнение, да, бесплатное приложение к журналу «Мурзилка». Так, заказала я себе по акции вот такую альгинатную тонизирующую маску, это Faberlic Expert, ну вот солнышко вылезло, о чем я и говорила, ну ничего страшного. Faberlic Expert, альготерапия, здесь 20 граммов, я последний время ловлю себя на мысли, что мне нужны альгинатные маски, что мне не хватает их эффекта. Вы знаете, с послеродовым периодом, со вторым послеродовым периодом я растягиваю сейчас свою кожу пальцами, и я чувствую, как моя кожа прям трещит под пальцами. Вот я даже не знаю, как вам объяснить этот феномен. В общем, моя кожа очень тонкая, моя кожа нуждается в дополнительном уходе. Она такая вся, как пергаментная бумага, она склонна к формированию первых мимических морщинок. Ну вот, первые мимические морщины, у меня уже 4-й десяток, я все жду первых мимических морщин. В общем, я понимаю, что моя кожа нуждается в уходе, и я сейчас подсела на поиски идеальной и оптимальной для себя альгинатной маски. Поэтому попробую фаберликовскую. Я вчера пользовалась масочкой корейской Body Tone, которую заказывала с Белорис, я вам обо всем расскажу. Ой, даже дыхания не хватает, вот сегодня такая я разговорчивая, в общем-то, буду пользоваться и слышала отличные отзывы на эту маску. Себе я еще заказала, что заказала, да, на подарок, так, это каши какие-то, да, по акции я их брала. Фигурное туалетное мыло «Сладкие традиции» в виде капкейка, так, а это такое же, что ли, мыло? Нет, это в виде снежинки. Это 2 таких мыла тоже в подарок пойдут себе, дорогой, любимый, единственный и неповторимый. Я решила сделать такой небольшой подарок в виде вот такой линейки «Французский десерт». Это серия Beauty Cafe, это новинка Faberlic, была представлена, мне кажется, как-то под осень. Это линейка с ароматом французских сладостей, именно с ароматом макарон. Я брала жидкое мыло и брала гель для душа. Девочки, какой это аромат! Я читала много отзывов на этот аромат. Девочки писали, что он не распространяется в душе, что он не остается на теле, что пахнет каким-то советским мороженым. Но, девочки, это 100% мой аромат. Это аромат женственности. Это аромат сливочного какого-то десерта. Как Faberlic удалось воспроизвести вот этот аромат ореховой пыли, аромат... Даже, знаете, я не знаю, что это за орех. Может быть, это макадамия, может быть, это пыль ореха фундука. Так, давайте я все-таки пересяду, что-то я сама себе не нравлюсь. Ну, слушайте, что сегодня такое творится? Я реально не могу найти место для того, чтобы поснимать этот ролик. Ну, ладно, постаралась найти такое более-менее нормальное местечко. Конечно, фон там у меня непонятно какой, но ладно. Итак, я начала вам рассказывать по поводу вот этой вот линеечки «Французский десерт» Beauty Cafe. Вот еще раз повторяю, это реально аромат женственности. Это настолько тонкий аромат ореховой пыли, причем вот это какой-то неизвестный мне орех, это смесь орехов. А как компании Faberlic удалось на фоне вот этого сливочного отголоска воссоздать вот эту ореховую пыль, и это действительно аромат женственности для меня. Раньше ароматом женственности именно в гелях для душа, в пенах для ванн и в кремах для тела у меня был фаворит, это аромат
от Ифраше, который назывался «Лаосский лотос». Но сейчас все, хотя там только гель для душа, да, был, но вот он ассоциировался у меня с ароматом женственности. Это стопроцентный аромат женственности. Девочки писали, что пахнет мороженым, да, я уже, по-моему, говорила, но вы только попробуйте и попробуйте найти в нем вот эту интересную ореховую нотку. Вот лично для меня вот этот аромат – это натуральный наркотик. Вот, вот реально. Я просто балдею, когда я принимаю душ, я отдыхаю, я получаю эстетическое удовольствие. И вот этот баттер для тела, я прям уже предвкушаю, как я буду получать от него удовольствие, когда буду наносить на себя. Давайте я немного приоткрою. Это действительно какой-то вдохновляющий аромат. Это аромат женщины, у которой все хорошо, которая не скитается по мужикам, у которой есть дети, у которой есть семья, у которой есть любящий и любимый ею мужчина. Это аромат женщины, у которой есть все, которая счастлива, которая занимается любимым делом. Девчонки, мне кажется... Мне кажется, я влюбилась повторно. Так, следующее, что у меня в заказе, это вот такие кашки гречневые на молочной сыворотке. У меня их две, и я, честно говоря, не знаю, зачем я их взяла. Дело в том, что они шли по распродаже, именно была акция для представителя, там по 21 рублю. Я подумала, что как ночной такой перекус, у меня сейчас частенько ночной жор возникает вообще в течение моей жизни, они уйдут у нас. Итак, моя мама взяла вот такой вот календарик фаберликовский, такой он домиком сделанный, 59 рублей. Кстати, девочки, когда делаете заказ, обратите внимание, что на такие средства, на такие штуки скидки представителей нет, то есть как они идут по цене каталога 59 рублей, так они и стоят. Следующее, что я взяла уже себе, конечно же, это вот такие вот ампулы для волос. У меня сейчас огромная проблема с волосами. Я, в принципе, затрагивала эту тему в этом ролике. Но хочу посвятить потом отдельное видео. В общем, три ампулы, они шли по 39 рублей. У меня это для волос, лишенных блеска. Для слабых, поврежденных и выпадающих волос и для волос, лишенных блеска. То есть три ампулы, две из них одинаковые. Вот так они выглядят. Объем, конечно, очень маленький, но я возлагаю на них огромные надежды. Буду втирать в корни волос. И сейчас я где-то раз в неделю делаю масляную маску на волосы. Я обжигаюсь, я хожу потом, ну как обжигаюсь в том плане, что да, я хожу на следующий день с жирной головой, потому что они не смываются с моих волос, но вот на вот эти ампулы возлагаю огромные надежды, потому что слышала, что они хорошо смываются с волос, и они были очень бюджетные. Также я, по-моему, по баллам, 20 баллов, я использовала, взяла вот такую увлажняющую воду для себя. Это Фаберлик Оранжери, роза и сандал. Я вообще люблю запах розы. Сейчас посмотрим, что из себя представляет этот спрей. Роза и сандал. Но мне кажется, в этом спрее много сандала, и сандал, наверное, я в косметических средствах не люблю. Роза тоже, в принципе, есть. И, ну не знаю, буду использовать для распыления на постельное белье и на ароматизацию помещений. Я обычно вот такие штуки использую именно в таком формате. Я заказала вот такие наборчики, девочки. Это Фаберлик Витамания с клюквой и земляникой. Два набора. И я, ну, выглядят как чай, да? Я буду их дарить на Новый год. Подумала, если я не подарю их на Новый год, то будут еще какие-то праздники. Вообще, поводов подарить какие-то подарки своим родным, близким и любимым, их всегда очень много, поэтому пусть эти подарочки полежат у меня. И здесь в наборе у нас крем для рук, по-моему, и витамины, гель для душа. И стоило все это удовольствие 159 рублей по цене представителя. Мне кажется, очень даже ничего, и хорошая такая упаковочка праздничная. Так, еще одно мы у меня праздничная зимняя сказка в виде снежинки. Еще одно мыльце у меня, видите, много я мыла заказала, да, в виде капкейка. Я уже показывала эти мыла. Так, что у меня тут еще? Своему мужу я заказала туалетную водичку. У него сейчас водичка Антонио Бандерас. Надо будет сделать вам обзор такой в покупочках, да, что это там за аромат. Но аромат нам очень нравится. Итак, это туалетная водичка Фаберлик For Men Lancelot. У нас был лосьон после бритья из этой линейки. Здесь 100 мл. Я его вскрываю, потому что парфюм предназначен именно моему мужчине. И сейчас мы с вами понюхаем, что это за аромат.
Ну, такой, знаете, аромат на повседневку, аромат, чтобы обливаться с ног до головы, потому что аромат от Антонио Бандерас мне, честно говоря, немного жалко. Так, вот так выглядит упаковочка. У нее тут что? Тугая такая крышка. Давайте посмотрим, что это за аромат. Боюсь уже что-то. Нет, приятный аромат. Свежий такой. Какой-то кактус, алоэ чувствую. Слушайте, очень приятный аромат. Табачные нотки не чувствую, свои любимые, но он приятен. Вот прям попробуйте, рекомендую. Я ароматы Фаберлик не люблю, но вот этот мужской мне понравился. Прям интересный. Так, слушайте, что тут у нас еще? Это еще одна ампула для волос. Здесь, кстати, объем 2 мл. И это для слабых, поврежденных и выпадающих волос. Это тоже для меня. У меня клиентка заказала вот такой вот наборчик. На самом деле заказ уже практически исчерпан. Это новинка зима. Защитный крем для рук. Вот такой вот. Потом это у нас крем для лица. Зимний вариант идет. И бальзамчик для губ. Я, конечно, думала, что наборчик будет идти в подарочной упаковке, в подарочном пакете хотя бы, да, но нет, он пришел просто так, голышом, так скажем. Я слышала отличные отзывы на эти крема, что они действительно такие питательные, что они напоминают крема от компании Nivea. Крема, кремы, какая разница. В общем-то, отдам клиентке, посмотрим, что она скажет. И это практически все, что было в моей коробочке. И последнее, что я взяла, наверное, своему старшему ребенку и себе, это вот такая точилка. Она стоила по цене представителя 95 рублей. И у меня очень много подводных карандашей для глаз, для губ. У ребенка много карандашей, которые нужно точить. И я взяла точилочку. Мне кажется, хорошая цена. И здесь два отверстия, то есть для толстых карандашей, для тонких карандашей. В общем, нам нужна была толстая точилка. Толстая точилка. Что-то я помешана на толстости. Господи, что со мной такое сегодня? В общем, нам нужна была новая точилка. И поэтому этой точилкой оказалась точилочка Фаберлик. Как, знаете, покупки заодно. В общем-то, это был весь мой заказ по последнему 19-му каталогу Фаберлик 2017 года уходящего. Я еще раз повторяю, очень рада и довольна, что я доверяла компании Фаберлик. Меня, конечно, опять удручает тот факт, что в посылке в моем заказике не было никаких опять пробников. Ну, согласитесь, я же девушка, и мне приятно получить какой-то парфюмчик, пусть даже это будет пробничек. Мне приятно было бы получить саше какого-то кремика, мне приятно было бы получить какой-то, в конце концов, подарок к Новому году, да, но это так уже, знаете, мои рассуждения, может быть, я просто зажралась, я не отрицаю. В общем-то, еще раз всех наступающим 2018 годом, любите и будьте любимыми, и тогда жизнь будет просто сказка. Пока-пока.